А-Фрейм. Пожалуй, один из самых востребованных загородных домов в России. Благодаря своей необычной форме привлекает внимание как со стороны частных лиц, так и со стороны представителей бизнеса. Дома полюбились множеству людей благодаря нестандартной треугольной форме, а также большому панорамному остеклению, которое вы можете увидеть. Данные дома расположены по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Лодочная, 15А, загородный клуб «Поплавок». Строительством данных домиков занималась компания «Хьюги». Дом построен по каркасной технологии, фундамент, винтовые сваи, но возможны и иные варианты. Габариты именно этого дома 6 на 8 метров, но могут быть практически любыми. По ширине до 9 метров, длина может быть любой. Каркас исключительно из строганной доски камерной сушки. Такой каркас является наиболее жестким, что продлевает срок службы строения. Доска не течет, доску не ведет. Как следствие, это не приведет к проблемам с главной составляющей любого каркасного дома. Утепление представленного экземпляра 150 мм. Данная толщина утепления позволяет комфортно пребывать в доме, построенном в нашем регионе. В более северных регионах может потребоваться утепление в 200 миллиметров. Окна энергоэффективные с добавлением аргона, что позволяет отсечь лишний ультрафиолет, особенно актуально в южных регионах, ну а в зимний период окна не выпускают тепло. Также стоит добавить, что данные окна эффективнее стандартных тройных стеклопакетов, которые установлены в наших квартирах. В связи с тем, что окна большие, большим становится и мост холода, и для комфортного пребывания в доме обычные пластиковые окна не подойдут. Отделка, имитация бруса, покраска в два слоя. Двухслойная покраска делится на два этапа – на земле и на фасаде, чтобы не оставалось непрокрашенных мест при усушке дерева. Кровля профлист. В домах со строгой геометрией прямые жесткие линии придают дополнительный шарм и отлично вписываются в экстерьер. По кровле могут быть варианты, но они подбираются индивидуально под каждого заказчика, так как учитываются не только визуальные предпочтения, функционал, но и особенности участка. Стоит ли говорить о толщине кровли в 0,5? Многие конторы используют 0,4. Конструктивные особенности состава стенокомплекта. Кровля, обшивка, вентилируемый фасад, гидроветрозащита, утепление от 150 до 200 мм в зависимости от комплектации, парозащита, внутренняя отделка. Экспликация может быть любой по требованию и по желанию заказчика. Стоит отметить, что также есть модели и комплектации со вторым светом. Напольное покрытие ламинат 33 класс отличается повышенной прочностью, приятным внешним видом и легкостью в уходе и уборке. Боковые стены данной модели подняты от пола на 50 сантиметров, что дает улучшенную эргономику пространства. Если скат был бы в пол, то за мебелью сгорало больше пространства. При желании можно поднять до 120 сантиметров от пола, что поможет выиграть в эргономике. Так как помимо углов поднятые стены увеличивают площадь пола на втором этаже, также делают конек выше, а экстерьер изящней. Лестница одномаршевая деревянная. Чтобы подъем был удобнее, использовали гусиный шаг. На втором этаже расположена вторая душевая. Идея в удобстве отдыхающих, чтобы, например, дети не спускались в темноте со второго этажа, если проснутся ночью. Вода и сантехника. Водоснабжение по дому разведено, сантехника установлена. Варианты, по которой предусмотрены, а конфигурация может быть любой. Электричество. Установлен счетчик с необходимым количеством автоматов. Вся электрика скрыта, количество точек, розеток и выключателей индивидуально. Вентиляция приточно-вытяжная.
Компания «Хюгге» работает на рынке строительства 10 лет. Профильное направление компании – строительство домов и бань для частного и коммерческого использования, как по собственным серийным, так и по индивидуальным проектам. Компанию отличает индивидуальный подход к любому заказчику, высокое качество материалов и квалифицированных строительных бригад, многоступенчатая система контроля за строительством, что в синергии дает великолепный результат, так полюбившийся заказчикам. На каждый объект дается гарантия.